Ну, потому что тебе бы Сирус не дал бы это сделать. Ты на Форбсе, что ли? Ясно, блядь. Фелиция тут? Донера, блядь, осуждаю. Фелиция, прием. Тут еще раз умните. Этого в холле пала. Что такое Форбс, нахуй? Первый раз слышу вообще. Ну, этот тостер ваш донат. Нормальные пацаны на погоде сидят. Понял, понял. А, это еще один остров, типа, есть остров погоды? Да. Остров погоды там пиздец. В чем разница, чем отличается? А там кто-то был вообще? Туда не пускают, если ты с Форбс, короче, пишешь пешком. Я-то хотел прогуляться. Пошли, трэш. Форбс и пешком остров, этот остров погоды с 30-й плюс ладелки. Да, ну на долгоногие можно добежать, но ты добегаешь, и тебя обратно попасть. Типа, там не на долгоноги, там на корабле можно даже доплыть. Я на долгоноги, короче. Тебя... Да, тебя ты паша, да. Ты слишком нищий для этого. А это сколько надо за вас задонить, Феникс? Ну-ка. В районе 70. 1300, наверное, на 30 ловил. Давайте, Феникс, да. Феникс, скидывай лучше мне, я тебе фотки покидаю. Кого? Да я нахуй мне, нахуй мне вообще донатить эту хуйню, не балала. Там ладно, грипп и шетер. Побудители ебаных в следующей пачке. Пиндрёжно. А не, ну спасибо, не надо кого. Спасибо. Беги, Фелиция, сюда за мной, за Мишкой. Как ни странно, ты не поверишь, что у меня есть голка. Я сейчас на ноги коплю. Вот говорю, проф качал, что надо. Второго. А нет смысла ноги эти крафтить, типа. Они часто падают вроде как. Да, да, я без шуток, я за сегодня... Но вообще, смысл в чем нету этих ног, потому что у тебя непонятно, какой нонсет будет из-за этой да, фигуры. Да ноги, ну, блин, ноги. У тебя не ноги могут быть, у тебя могут быть плечи. Зачем? Это, я, ну, я сейчас метки у тебя могут быть перчи. Ну, потому что, блядь... Ну, перчи мы имели, ладно. Ты видел ТТГ? В тюрьму ходить там, только что падает? А, в тюрьму? Ну, в тюрьме я еще yeah. не был. Я видел ваши стримы. Ну вот. Там падают чарки на классе. И, ну, если у тебя выпадет на перчаток или на плечи, тебе придется на нонсет брать перчатки или на плечи. Я смотрел там на Ханта, ну, ну такие, ну, бля, не знаю. Я тоже думал, что на Лока, ну, такие, ну, блядь. А апнул несколько тысяч ДПС. Блядь, я за Лока не знаю. Смотрел Хантовский, если их не поменяли, я давно смотрел, месяца два назад. Ну, такие, типа. У меня ни одной чарки до сих пор нет. Ну видишь, плюс ко всему они очень рандомные, знаешь, я могу, зная себя, я могу их убивать, блядь. Актринку Зуламана, ага. Не, они там должны что-то вроде добавить. За баджи можно будет реролить чарку. Вроде как. Добавили бы просто, что сам наносишь все. Там под гриппер, блядь, выбиваюсь. Под грипповый этот, нахуй, как он называется, пробудили, если нам не есть еще. Холидж, помнишь, кто тебя выдал, выбил кондер? Спорим, со мной пойдешь, тебе упадет этот долгоног, блядь. Не знаю, типа, я вот с открытия Карагер ходил, сколько мы там заходов сделали, пока хуй не забили на эту Карагер. Раз 17, наверное. Заебись. А что, танк умер или что? Я чуть не могу понять, а, что я умер. Да, слакают. Нахуй вы столько спайгрили, блядь. В смысле, а почему забил? Ходить за этим? За Долгоновым? Зафирять имбов, не дохните, как бичи, заходите в инст. Понял, что типа смысл ходить в этот каражар. Печеньки, не? Похуй, типа. Оно того не стоит. Вот. Я сколько. Мы там 17 с лишним раз ходили вроде и Долгонов ни разу не. Бля, ну рандомно тут. И срач от них такого хватало, не нужны. Надо зломанчик сходить на моего хантишки. Знаю, ты любишь этот зломанчик. Твой любимый инстант. Ну, нет, любимый инстант.
На десятке я только хожу в ТТГ. Все, больше не вообще. Не знаю, мне набор десятки больше нравится, они какие-то ламповые, что ли. Ну да, там с ВПС вообще заебись. Не знаю, я вот в ЦЛК сходил, 0 лагер. Вообще, у меня только на ребре было 45 ВПС, это все. Ну я... Не, в обычке нормально. Я еще кался в Дестрика, и вроде пошли лагерь, говорят. В Гере пиздец, нахуй. Ну я еще там не был, посмотрим. Бля, ребят, я сейчас за многие классы не играю. И не смотрю, что там на реворк или ты 4 минуты. Отпейтесь немножко. Пилиция, не проеби, блядь. На чью там частицу меня хиль. Того слева. А, трэш, забыл, слева еще есть. Я вот этого пидора заберу. А скрип бы нахуй GT5-то реально вышло, может. Вот интересно, через сколько оно выйдет, нахуй? Через месяца три, наверное? Ну, на к Новому году, я думаю. Его еще выбивать и выбивать, блядь, это опять. Ну, все равно, выбить, типа, проблем особо не составит. Кто-то это будет лутать каждый КД или что-то там. Но, этот... Просто, типа, ебал я в рот этого Дестрика, нахуй. Ну, а ты на кого хочешь пересесть? Демон прикольный в Т5 будет. Там ну, ротация у него прикольная. Бля, демон на Т4 прикольный. Ну и Дестрик изменится тоже нормально. Шкаф имеет. Ну, там не такая ротация будет. Я в Африку хочу взять. Шкаф, 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 шкаф. Вот. Так что как бы да. Это интереснее. Меня в рейд, прикиньте. ТТГ там вообще круто, да? Получается там 272 шмот, что ли, падает? А еще или... этот фунтик пишет в гильдии. 71-й, да. А какой нужно уровень шота пойти? Никакой. Любой. Типа вот эта вот ротация заебала, нахуй, короче. Эмулейт, конфла, блять. Так ты вообще пересядешь с Дестрика на любого другого лока, там нету ротации больше у них. Там просто КД. А кого нету, нахуй? А, будешь туннелить. Кто двоих танчит? Мишка. Пускай возьмет этот хуетик. Дай ему пати, пускай идет. Кто там? А, хутик? А, давай. Давай, похуй. А, я чё за хуйня? Я не могу, Алка, пел твою хуйню эту открыть. Все, он тут. Тут Адель. Запускай этого пидора. Пошли, ебашим. Цирк приехал. Там, короче, если чё... А, ты в анхолике, да? Короче, с его в не будет проси там зубы, хуй знает. Нет, я спеку. А, да? О, ну-ка дай-ка я билд гляну. Оценю, так сказать. Кого? Сейчас я уже ГДК. Ну, что-то ГДК вонючая, стандартный. Вон он. Там не хватает вот тупо 5 талантов, чтобы вкачать волю мертвых и чуму. А что-то я смотрел, там вроде в протовары что-то гоняет, нет? Или протовары так же гоняют? Ну, чарж бы шапоки начал, да. А ты это золото ебаный. Понял. Проты только в Т5 нормально там. Кто ради сейва тут? Ну, блять, они ситуативные, типа, из-за своего интервьюева чаржа
на некоторых боссах играет. Забери роль босс. Чё, забери. Спасибо. Всё нормально. Без вас я бы долго не продержалась. Собственно, он же квест, по-моему, да? Да? Да, квест возьмите сверху. Потом же квест. Где да, квест? Я о нём смотрю. Какой квест? Она должна же давать, да? Почему? Ну, один раз вообще все выдает. А, блин. Видите, уже открыт момент. К этой Ксавяне. Вы еще его не сдали. Для квестик. Бьете Ксавяне быстрее уже, блядь. Че вы там столпились? Еще на квест пока что не хочет давать. Видим, после себя генералов даст. Ну я помню же, она же дает квест. Да, запускай, короче, пизду. Поехали. Чилим стоим. Кому-то мейнер надо, фулбан. Без геры бьем? Да хуй знает, похуй вообще. Хочешь давай, этот, кому инер дать 500 голд? Никому? Я понял, эр забрал, тебе надо? Я заливаю. Бестлуна дай. Нихуя, кто это так быстро снял исступление? Мегащука. Научился, да? Мне кажется, он умел. Лаги пропали, теперь он мега-щука. А когда лаги, мини-щука, да? Да. Все, минус доп ТП. Нихуя не успели, блядь. Ну ты ушел, Слава, ЕП. Хули ДБМ метки не ставят? За хуйня. Ася где? Не хочет ставить, обиделся. На хули, блядь. Я знал. Я отошел, я засал, блядь. Нет, еще не дает. Ебать, чё вы туда ездите, нахуй? Да, она после всех, видимо, дает. Успокойтесь. Там босса нету, нахуй. Езжайте сюда, блядь, потом этой хуйней позанимаетесь. Чё вы делаете? Вестик. Так нет, ну, квеста там никакого. Нет, ну а Вэль взял. Сейчас баллов пропадут. Ну это какой квест, который самый первый? Типа разовый, который 300 ОД дает. Пропадут, а, забафаемся во время боя. А, короче, Нотконхел, смотри. Во-первых, ты проебываешься с киднеем. Ты много времени не сдаешь его. Уже проебываешься, у тебя не копится от этого энергии лишней. Во-вторых, припод проебал. В-третьих, ваниш, сделай, блядь, макрос себе адекватный. Юс ваниш и консолаур ваниш, ну этот, блядь, незаметности, блядь, либо через автоатаку быстро. Ты теряешь где-то секунду, блядь, просто стоишь в этом инвизи ебаном. Это теряется от этого ДПС. Может ебать просто юс ваниш там, блядь, и консолаур незаметность, либо этот, блядь, либо через автоатаку. На пульте. А, похуй, пускай на вас тогда висит. На пульте следующий со звезды. Ну вот смотри, например, у тебя начало боя. Ты ебал расправу. Мясорубку ты дал. Вкус крови получается. Сейчас сильнее лагает, что ведущий. И отравление. Ты киднейт только скинул на... Третье КП твои уже, четвертое, которое. Ты два отравления перед этим дал. Окидней только потом слил. Ты уже проебал где-то там в среднем 30 энергии. Это считай, ну, расправа лишняя.
Че там у босса хп? Народ, сейчас сильнее лагало, а что на предыдущем боссе или так же? Да вообще да не лагало. А, ну фиг, это демон не стоит. На каком-то боссе целка лагало. Ребро. Так, что будешь танчить? Заходите сюда. Ох, ну, я во сне включается. Рыба. Первая, вторая в тьме, третья, четвертая свет. Фелиция. Бесмун, блять. Где ты будешь? Че, свет? Давай, Бесмун. Ты... В свет выйдешь, похуй. Я в свет потанчу, ты тьму. Че, тьму танчишь, короче. Окей. На 4 комбо-поинтов, да, либо на 5. Дайте шкаф. Можно на 3 давать, в принципе. Ну, лучше на 4. По хилам, чё? Фелиция, остаешься здесь со мной. А Пристена и два Эрдру во тьме до конца стоите. Этот самый. И... Чё там, рыбу на... А, вон рыбу ешьте, и рыба стоит. Да чё-то голова заболела, сука. Я справа буду стоять, если что. Если вдруг рыбу станешь, смотришь. Ты такие слова не произноси, блядь. Как так криво. Ну ладно, стой. Будем надеяться. Так. Там смотрите, за огнем не останьтесь. Это успейте зайти вовремя. Все на пулы на кружок сдадите, как азябру тут. Не двигайтесь сейчас, ничего не делайте. Не это самое. Че, ебашим? Че, не зашли, что ли? Кто не зашел? Не двигайтесь, ничего не делайте, а потом... Так, я думал, выйдет собрать. Сказали, не двигайся, и чувак забежал и заагнил. В смысле, я заагнил? Вы что, не забежали? Сколько у вас там? Нет, конечно. Ты же сказал, не двигайся, ничего а не А что вы забежать не можете за огонь? Говорю, сука, не останьтесь за огнем, говорю. Ты сказал, бомжи, стойте, блядь. Не двигайтесь. Да ну, вы не двигайтесь, ничего не делайте. Зайдите в огонь. Да вы бомжи просто, нахуй. Ну нахуй вы за огнем стоите, нахуй. Как вы боссами будете? А все стояли за огнем, абсолютно все. Пизду, нахуй. Я вам сейчас метку поставлю. Да понятно, что убили, нахуй. Ну почему у вас в голове что-то есть вообще или нет, нахуй? Послушай, все стояли за чертой. Просто кто-то успел перепрыгнуть. Выйдите в центр. Да сука, хватит, нахуй. Выйдите с центра. Заходите в инст. Сейчас я поставлю метку, где вам стоять, нахуй. Вы не понимаете, потому что... Вот тут встаньте, блядь, в ромбик, нахуй. Если непонятно, конкретно ровно в ромбик. Уберите маунтов своих ебаных. И встаньте в ромбике, нахуй. Граница вот здесь огня проходит. Не надо за ним стоять. Я спулю босса, чтобы он на вас не бежал, блядь. И вы пойдете его спокойно бить. Хуетой занимаетесь какой-то. Вы еще вот, сука, вот там, вот под пригорком встаньте, где шкаф, нахуй, и смотрите, что происходит. Че вы, блядь? Холли, отойди с рыбы, пожалуйста. А когда не сбросилась, блядь? За диваном, блядь. Да ну очевидно, ну что, вы не смотрите, что ли? Мы же не выйдем сейчас, босс. Нормальные пацаны успели зайти, короче. Конечно. Вот именно, блядь. Проверка. Ромбик поставил, блядь, кто не понимает, где стоять. Все, сейчас, блядь, будем. Ну, магия, то бахните. Ну, что там, козябр под ебалом где-то стоишь, что-то не могу понять. Мираё выноси. Перебежали. Я ебу, блядь. 10 человек урон ловит метеора. Хутик, блядь. Нету слов, блядь. Заходит. Заходите все, кроме хэпала. Так, хутик.
А, у меня ПДС, ладно, похуй, лежи. Щука. Выносит? Ну, давайте за этим залезем. Двигайтесь заранее. Больше. Заранее двигайтесь, там сбоку босса находитесь. Секунда лезвия. Угу. Бомж, блядь. Чё, блядь, хвостом застанило, нахуй? Мирая, блядь. Короче, Кирилл, во тьме останешься, там два милика сдохли уже. Да? Пристенно, блядь, как дела, нахуй? Я стоял под боссом. Значит, не под боссом, а у лапы, как сейчас. Да? Вам пиздюлей надо дать просто, нахуй. Давай, хиль, короче, Фелиция, хорошенько меня. Ты тут один хил. Стерва с массе там. Христ умер в свету. Да похуй вообще. Выйдите быстрее, тьма не бейте вообще. Тьма, стойте, блядь, ждите, нахуй. Третья, четвертая пати уже... Эти четвертые пати уже тут должны быть. Все вроде вышли мимо. Стопните, не бейте во тьме. Тьма, что непонятного в слове, блядь, стоять АФК нахуй. Щука, иди, блядь, тоже в свет нахуй. Здесь не нужно. Перебегать. Хули стоите. А вы там свету вообще бьете, нахуй? Да, ну, бьете? Тут 10 человек как бы прилично прям. Должны вроде перебить. Сейчас снизится. Ну, даже по силам распределяем. Ну там, блядь, пока они вышли, просто время пошло, вы шкуярили, дотки висели. Сейчас еще мы на 30, наверное, опустим, блядь. Ну если ты там не задамажишь. Есть кому, кроме меня, да нет. А, и полтинник, нормальные силы там. Прибегайте. Вот вы стоите, хули, вы лужу эту не видите? Это, блядь. Щука, нахуй, как дела у тебя? Нормально? Это в Гере есть еще ваншот. Там 90 тысяч урона будет. Пизда, блядь. Неплохо. Нормально там два друида, да? В принципе, нормально должно быть. Танка, главное, держите, чтобы он там не просел. Ну и, блядь, помню эту хуйню, материальность багали, нахуй. Убивали в свету, блядь. Вот мне оставался один человек, блядь. Это кайфовая была, мне прям нравилось так убивать. Здесь был? У нас рекордный по времени пул был 5 минут. На радугачах упал. И планки. Эй, был нахуй. Хуи-то. Ноль лута, Феникс, что за хуйня? Вон там Серёга тебя сейчас взломан сходит, блядь. Выбьешь там и бивнилом, блядь. И... Ой, и... Серёга меня сводит. Мой любимый инст. На, тебе плащ пошти. И плащ там, блядь, ещё. Там тринкет, сейчас тринкет. Раньше было желание... Ходить к Арухаем интересно. Кого? Сейчас вообще столько уже находились тут, блядь. В смысле, Серёжку? Барбарос, смотря на какой спек. На Африка чешка прикну нормально пойдет. На остальные спеки, блядь, говно. А мне как думаете... А сколько демон в тесте собирает в Т4 сейчас? Чего делает? Сколько демона вообще в Т4 сейчас? Нет, постоянно? Просто вопрос. Вот подождите, давайте потом побездите. Вот у меня вопрос. Пристенно, у тебя мейн хил или ДД? Я что-то не вкуриваю. Ну, это хил. У меня такой же плащ. Да. Блять, я подумал про чешку, сори. Чешка 9 тысяч, да? Ой, плащ 9 тысяч. Плащ, да, плащ. Этот самый, я что хотел спросить. Как вы думаете, этот, на сову пойдет чешка или вообще бесполезная хуйня? Че, угорает, что ли? Чешка на сову? Серьезно? Тебе не надо, тебе она бесполезная. Вот тебе в такой же ситуации, как и у Дестерки, тебе крит нужен только, еще у вас. Нахуй. Кстати, не нужна. У тебя же, блядь, долгоног, ПЛ, либо труба.
Ну, труба геровская. Ну, в идеале на сову, мне кажется, сейчас будет труба. Ну, сова, подожди, сова это как фармак. Вот там все то же самое надо абсолютно. Угу. Чешку и пошли. Думаешь... Чешка на фроста вообще заебись. Но фросты сейчас хуйня полная. Ну, а труба с обычкой, она не слабее толгородовской будет, СПД, СПДшной? Во-во-во-воит. Блядь, там, короче, очень спорно. Короче, там, где двигаться надо, лучше, конечно, трубой. Если там пока стоишь, конечно, и ТБЛ будет лучше, и гром будет лучше. Войт. Чё там, чё воет? На кофе две трубы. А, осколки тебя давайте в пропасти. Блядь, в банк куда-то там, нахуй. Куда там, я хуй знает. Кирилл, куда там, я не знаю, нахуй. Где там люля берет? Кого? У них нету доступа, блядь, чтобы банк закидывать. Я позабирал им доступ, чтобы они хуйню какую-то в банк. Ну, отправь кому-нибудь по почте, там, хуй знает, Кириллу отправь. Или королеве отправь, хуй знает. 10 тысяч. Да скажи, я еще войду нахуй, хуйню эту, блядь. ЕП еще не давали, да, за раз? Давай. Так, 10 тысяч. Да, у вас печеньки фришно уходят или тысяч за 10 с грумой? 10-14 тысяч. В смысле, ты купить хочешь или что ты, про что ты вообще? Или как... А, ты про ИП говоришь, я понял. Нет, да. Ну что, типа, ну я так Карухэм сам собираю. На танка надо кому тапки? Чью офнулся, не надо ему. Новый спек. Фелиция. Можно погибель. Все, кроме Фелиции никому не надо, да? Все, Фелиции закидываю. Где ты, кстати, Фелиция? А вот он. Можем, кстати, на погибель сходить, если кто хочет. Повысить. Типа через то погибель. Ну, да, в принципе, ну, да. Сережка можно. Ну, что-то голова разболелась, блядь, что-то, блядь, спать. Ты скажи, тебе четвертую это 4 же надо. Да. Ну, я говорю, Майк, обычно, ну, на завтра, я хотел, видишь, типа. Хочется, чтобы просто все были, а постоянно что-то одного второго нет. Ты же, Кирилл, что, завтра так же, это, вторую обычку, да, идем? Все, пойду чилить, короче. Я завтра, можешь попробовать, Серег, часа в 4 по МСК собрать, что-нибудь. Ну, в смысле, это, говорю, Майк, обычку. Ну, по МСК, вот, смотри, вон там, вот, Адель, вот, чье сейчас танчил, Юля, предлагали, может, завтра соберемся, пойдем, сходим. Я говорю, я в 4 по МСК, ну, что, я начну собирать.